Год инфраструктуры. Мэр города Геннадий Труханов в ходе публичного отчета о проделанной работе рассказал о стратегических планах на будущий год. Мы планируем сосредоточиться на глобальных инфраструктурных проектах, которые дадут новое качество жизни одесситам и рассчитаны не на одно поколение. Среди приоритетных проектов я хотел бы выделить следующее. Строительство аварийного сброса паводковых вод Хаджибеевского лимана. Отмечу, Труханов также анонсировал создание ливневого коллектора на Люздорской дороге и строительство двух путепроводов через железную дорогу. Ряд проектов направлен на уменьшение пробок в городе. Мы хотим, чтобы в Одессе наконец-то появились двухуровневые, как минимум, развязки, которые позволят нам уменьшить пробки в городе. Это завтрашний день. Но это можно и нужно делать. И мы хотим и докажем, что это можно делать при желании совместно.